107 белорусов вскоре вернутся из Дели домой. Перелетом будет заниматься Белавия. Содействие окажет российская сторона. Об этом сообщил посол этой страны в Беларуси Дмитрий Мезенцев. Из-за эпидемии COVID-19 часть наших граждан не смогла воспользоваться услугами российских авиаперевозчиков. Сейчас пассажирам оформляются электронные билеты, а компания запрашивает разрешение на пролет над территорией ряда государств. Вылет из столицы Индии запланирован уже на завтра.